В Оренбурге продолжается вакцинация против гриппа. В этом году за бюджетные деньги привито около 500 000 человек. Бесплатно защититься от гриппа могут дети, педагоги, медики, работники сферы обслуживания, пожилые, беременные, призывники и люди, имеющие хронические заболевания. В регион уже поступила вторая партия вакцины для детей и беременных «Совигрипп». Всем остальным прививка обойдется в 250 рублей. И добавлю, вся кампания по вакцинации завершится в ноябре.